Скажите, пожалуйста, об украинской культуре, потому что вы знаете ее хорошо, вы знаете ее лучше многих людей, лучше многих представителей русского языка и нашей словесности и культуры. И вот я признаюсь со стыдом, что я украинскую культуру знаю очень слабо. Мне кажется, что многие русские читающие, русскоязычные читающие люди знают украинскую культуру очень слабо. И то, что сейчас происходит, оно мотивирует людей узнать это лучше. Вот расскажите, что такое украинская культура, и, может быть, вы что-то можете рекомендовать? Понимаете, это мне пришлось бы прочесть полугодовой курс лекций, который я, кстати, в спринг семестре буду читать. Украинская литература в огромной степени мифологична. В российской очень мало всегда было фантастики, кроме Стругацких, особенно не на чем взгляду отдохнуть, а блестящая плеяда их учеников, к сожалению, в огромной степени изитирована, отравлена из этой идеологии. А это естественная вещь, потому что фантастика, она всегда была обращена к будущему, а будущее России в этом смысле довольно безрадостно. Было, по крайней мере, при Путине. Соответственно, украинская литература прежде всего продуцирует гениальные тексты в жанре магического реализма. Так было, начиная с Коцюбинского. Социальный реализм в духе Панаса Мирного, хорошего очень писателя, для Украины неорганичен. А украинские тренды задал Гоголь, который, позаимствовав немецкие романтические сюжеты, типа Унтины, перенес их на украинскую почву. Написал, например, «Майскую ночь» или «Утопленницу». А стержневая идея Гоголя – идея оседлать черта. Вакула, который на черте едет в Петербург, Тарас Бульба, который ездит на черте, Хама Брут, который оседлал ведьму, паночку. Да? И вот в некотором смысле вся украинская культура – это культура оседлания беса. Управлять им, но лететь на нем. Отсюда интерес к готике, фантастике. Лучшие фантасты Украины – это, конечно, Марина и Сергей Диченко – и покойный Сережа, я думаю, оставил достаточно заметок и сюжетов, чтобы Марина продолжала работать за двоих, как Борис Стругацкий в свое время. А, конечно, ну, Любка Дереж, замечательный молодой сравнительно фантаст, хотя какая там молодость, замечательный прозаик и философ Валерий Примост и так далее. Но мне очень интересен Сергей Жадан, как поэт и как прозаик. Я считаю, что абсолютно гениальную поэзию в Украине сегодня пишут и русскоязычные авторы, такие как Иван Макаров из Днепра, Мария Галина из Одессы, Таисия Найденко из Одессы. Нельзя не назвать супругов Херсонских, естественно, и так далее. Но, да, Вадим Гефтер из того же Днепра, Ян Валетов, великий фантаст и социальный конструктор из того же Днепра, Александр Ратнер и так далее. Но мне представляется, что главное отличие украинской литературы от русской – то, что русская отравлена критическим реализмом, ползучим реализмом. Даже проза Гончара, например, «Собор», имела все-таки какие-то религиозные и мифологические корни. Я думаю, что реализм, здесь я солидарен с точки зрения Михаила Успенского, это уродливо задержавшаяся литературная мода. Пришло время писать фантастику, потому что фантастика вошла в жизнь. Сегодняшняя жизнь фантастична. Ни одна антиутопия не могла додуматься до этого темного Киева, в котором свет дают на 3 часа, до этой обстреливаемой Одессы, до этой России, в которой сажают за слова «война и мир». Какому антиутописту, даже мне, грешному эпохе романа ЖД, не могло бы это прийти в голову? Это немыслимый абсурд. Поэтому сегодня средство справиться с этой реальностью одно – фантастика, фантастический реализм. Я думаю, что в украинской прозе есть серьезные пролегомены к тому. Это касается и прозы Юлия Андруховича, романа «Амадока», в частности, замечательного. Кстати говоря, у Жадана в «Ворошиловграде» тоже есть очень важные мифологические компоненты. Иными словами, украинская проза совершенно правильно встала на путь мифа, тогда как русская продолжала играть на 3 струнах критического реализма, на этой домбре.
Скажите, а авторы, которых вы называете, некоторые из них переведены на русский или на английский язык? Переведена, во всяком случае, в значительной части Лина Костенко, главный и величайший украинский поэт. Ей 92 года, только что она получила орден Почетного легиона. Ее роман в стихах на русский язык переведен. А про народную певицу Марусю Чурай. Это гениальное произведение. А Жадан переведен многократно. Правда, его переводы сейчас в России печатать запрещено. Он рассматривается как враг, но тем хуже для России. А Марина и Сергей Диченко писали по-русски. У них были автопереводы на украинский, например, Вита Ностры, но в основном это русская проза. Ну и естественно, что Василь Стус, главный поэт украинского духовного сопротивления религиозного, на русский язык переведен и довольно неплохо. Галина пишет по-русски, Макаров пишет по-русски, а его ни на какой язык и не переведешь, потому что это такая стихия языка, что совершенно непонятно, как с этим справиться, где это мыслимо. Ну и, насколько мне известно, большая часть российского читателя совершенно свободно читает по-украински, во всяком случае читала, когда это было нужно. Вы же знаете, что тот же «Собор» в России издан и переведен не был. Но все читали, потому что надо было. Я думаю, что языковой барьер, он есть, конечно, но языковой барьер здесь несущественен. Мы будем переводить друг друга, это неизбежно. И русский язык будет существовать в Украине. И Александр Кабанов, замечательный русскоязычный поэт, который назвал свою книгу «На языке врага», не будет чувствовать себя ущемленным, потому что он гордость Украины сегодняшней, и его духовное сопротивление в Киеве, и сопротивление его родных в Херсоне – это замечательный пример для всех. Я не думаю, что русский язык уйдет из Украины. Он перестанет ассоциироваться с войной, с империей. Понимаете, Юлиан Семенов в 41 году в знак протеста внутреннего против войны перестал изучать немецкий. А в 45-м, когда отец взял его в Германию, ему пришлось его изучать, потому что он должен был писать историю Рейха и понимать ее. А хотя бы для написания истории путинской России русский язык пригодится. Хотя бы для того, чтобы вести протоколы будущего суда.